Всем привет! Я ходила на почту, нам пришли посылочки. Это вот посылка с Алиэкспресс моей дочери. Это сумка. Но я ее сейчас не буду распаковывать. Дочь придет с работы, мы с ней вместе посмотрим. Я потом сниму. А здесь пришли, вот сайт рукоделия. Я всегда на нем выписываю. Мне пришли ниточки. Вот я сейчас открою. Тут все. Я выписывала нитки для вязания носков и спицы. Вот неудобно. У меня ниточки нету. Сейчас вот бока отрежу. Да, вот она откроется. Это я рукой закрыла. Вот я так открыла посылочку. Пришли мои ниточки. Это семеновская пряжа для вязания носков. Вот такая светлая. Такая вот светлая. Это нам на носочки с дочерью. 250 метров, 100 грамм. Сколько они стоят, я уже забыла. Вот. Сейчас посмотрим. И спицы. Я выписала спицы. Потеряла свои спицы, не могу найти. Но спицы выписала тоненькие. У меня вообще толстые спицы мои. Куда я их дела, не знаю, в общем. Попробую. Вот такие спицы пришли. В общем, три мотка вот так вот пряжи. Вот они здесь так упакованы. И пять мотков вот такого цвета. Пряжа одинаковая. 100 грамм 250 метров. Вот. Семеновская пряжа. Не знаю, как снять-то, она отсвечивает. Буду вязать носочки. Немножко колется, но на носки пойдет. Так, эту пряжу я брала. Так. По 107 рублей. По 107 рублей. И спицы 120. По 107 рублей вот я заплатила. Ну все, теперь будем вязать носочки на зиму. Вот такую сумочку прислали с Алиэкспресс. Ну вот, была помятая посылка. Они вот вовнутрь не положили вот пузырь с воздухом. Обычно так присылали сумки. Так-то сумочка красивая. Вот она вся помятая, видите, и вот... У моей дочери, значит, открылась спор. Ну, не знаю, что они там. В общем, посмотрим. Эта сумочка так симпатичная, но она вся помятая. Вот. Ремешочек длинненький. Вот такая вот сумочка. Тут замочки. Я вот положила тут, чтобы она распрямилась. Ну, не знаю. Вот, в общем, вообще, сколько нам приходило сумок с Алиэкспресс, всегда там были пузыри, чтобы она вот так не помялась, не испортилась, всегда были пузыри с воздухом внутри. А в этой сумке почему-то нету. Вот, и теперь, значит, вторая моя посылочка, которая пришла мне. Вот, в общем, пришли вот такие ниточки, я уже показывала. Вот еще раз покажу. Вот, в общем, я начала вязать. Это семеновская пряжа. Я начала вязать носок своему сыну. Размер у него 44. Нога большая. В общем, я вот вяжу так. Я вот вяжу сейчас на мелких спицах, вот на таких, на маленьких. И они у меня получились такие плотненькие. Вот.
В общем, я вяжу в две нитки. Вот в коробку положила, чтобы они у меня, ну, не пачкались и так везде по полу не валялись. Положила в коробку и так вяжу. Вот, в общем, я набрала, значит, для мужских носок у меня, у моих мужчин ноги, так, от 42 по 44 размеры. И я набираю, чтобы нога залезла, я набираю вот в две нитки вяжу. И я набираю на каждую спицу по 18 петель. В общем, и по 18 петель я набираю. Потом, значит, когда вот я провязываю резинку, я вот провязала резинку, и впереди, вот здесь вот перед, я убавляю по 2 петли на одной спице и 2 петли на другой. У меня получается спереди, сейчас я спицу вытащу, у меня получается спереди по 16 петель, вот здесь. Здесь 16 и здесь 16. А где пятка, у меня получается, я здесь никогда не убавляю. Чтобы у меня была большая, хорошая пятка, вот, я здесь так и вяжу. 18 петель, здесь 18 петель и здесь 18 петель. Я никогда не убавляю. Если здесь не убавить, вот спереди, тогда будет некрасиво, когда носки свяжутся, и здесь очень вот так вот торчит очень много, и получается некрасиво. Вот, потом, значит, я вяжу до пятки, вот, а пятку я вяжу самую обыкновенную, вот, как я научилась, мне нравится такая пятка, я всегда вяжу. И здесь, в общем, я вот когда вверх пятки вяжу, я связала в этот раз это 10, как 20 рядов. И у меня, чтобы получилось вот здесь вот набранный, это значит крайняя петля, это 10 петель, это 20 рядов, 10 петель получается здесь. Вот. И потом я еще одну петлю убавила, когда начала вязать. В общем, у меня на спице получилось 16 петель, 6 петель здесь и 10 петель я набрала. Вот у меня получилось на спице 16 петель. Здесь 16 и здесь 16. Но я решила одну петлю вот здесь вот убрать. И у меня теперь получилось здесь по 16 петель, а на этих двух спицах по 15. Вот у меня получается такой носочек. Раньше я вязала на толстых спицах. Я что-то их не могу найти, куда засунула, не знаю. Вот мне прислали такие спицы до 2 миллиметра. И вот я сейчас ими вяжу, но они такие плотненькие получаются, хорошие, мне нравятся. Толстыми спицами, конечно, быстрее, но они, носки получаются рыхлыми. Вот, и в общем, вот я, значит, вчера вечером начала вязать. Вот столько я связала. Вот такой вот у меня получается носочек. Вот, вяжу в две ниточки. Вот. Я думаю, мастер-классов много по вывязке носков. Вот. Ну, в общем, о себе я хочу. Посмотрим. Себе, может быть, я свяжу в одну нитку. В одну нитку вязать они очень тоненькие получаются. А вот для зимы, на зиму хорошо. Вот так я всегда вяжу сама носки. Вот такие вот получаются носочки неплохие. Пяточку вижу вот такую вот обыкновенную. Вот как-то отсвечивает. Как показать, даже не знаю. Вот так, наверное. Вот. Вот цветы мои здесь стоят. Такие вот. Фиалочка цветет. Фикусы. Блин, и сейчас в окно пыль летит. Вот и кактусы. Вот. Такие вот кактусы.
что хотела показать, показала. Всем пока.